Тут один странный человек, пекарь из Лесогорска, добивается приема. Говорит, у него важнейшее государственное дело. Какое? Изобрел вечный пряник. Больше ничего не говорит. Я сказала, вас не будет сегодня. Вы так и сказали? Ну да, у вас ни минуты, весь день расписан. Неправду, Вика, никогда не говорите. Пусть последний раз. Но... Вы спросите его, удобно ли ему встретиться со мной сегодня в 16 часов. Но странный же человек, Антон Васильевич. Изобретение странное. Вы еще не знаете, но здесь всякие приходят изобретатели с мурашками в голове. А вы так и спросите. Именно в таких выражениях. Хорошо, Антон Васильевич. Гражданин, подождите, возьмите, пожалуйста, тележку. Да мне только хлеба. У нас положено брать тележку, возьмите. Слушайте, девушка, а помягче, нет? Гражданин, их только что привезли. Хорошо, а бумага где? Там, внизу бумага. Да мне ведь завернуть. Гражданин, у нас хлебобулочные изделия в бумагу не заворачивают. Ну, хорошо, а как я по улице понесу? Карман буду запихивать. Купите пакетики. У нас вон там пакеты продаются, полиэтиленовые. Я пеку хлеба, уважаемый товарищ первый секретарь. Без малого 40 лет. Ремесло принял по наследству от родителя своего. А тот обучался у своего родителя. Выходит... У моего деда. Вы проходите, да. Пожалуйста. Пташкины вечные пекари. Где мы только не читаем, не слышим. Берегите хлеб. Он всему голова. Садитесь. Спасибо. Дальше так. Антон Васильевич, выпекать хлеб никак невозможно. Я что к вам пришел? Почему на прием пробивался? Дело это государственное. Важное. Ксенофон Савельич. Добрый день. Добрый день, Валдис Карлович, добрый день. Что это вы закупили? Овощная продукция, Ксенофон Савельевич, маринованная капуста. Подозрительный вид. Нет, почему? Капуста неплохая. Ее выпускают при Прибалтике, на моей родине. И все-таки я бы не советовал. Не рисковал. А, ну ничего не поделаешь, другой-то нет. Я буквально все магазины объездил. Ну, в конце концов, могли бы ко мне бы обратиться. Благодарю вас, в следующий раз непременно воспользуюсь. Но я смотрю, вы сами превратились в рядового покупателя. Ну, тут случай особый. На минутку. Девушка, мы за вами. Хорошо. Теряюсь в догадках. Сегодня позвонил мне Антон Васильевич. Соболев? Ну да, Соболев. О, интересно. Ну, вызывает в обком. Так, так. Через полчаса снова звонок. И просит. Чтобы я по дороге в обком, если меня не затруднит, купил батон. Батон? Да. Зачем? Сам не знаю, зачем. Любопытно. Но зачем? В обком имеется столовая, неплохой буфет. Так что значит для проверки? Очень может быть. Я надеюсь, вы взяли не первый попавшийся. Да я посмотрел, мягкий. А вам не кажется, Ксенофон Савельевич? Что? Что вы поняли Антона Васильевича несколько буквально. Буквально?
А Филипповской булочной в Москве. Знаете? Про булочки с изюмом, что ли? Верно. Антон Васильевич, разрешите? Да, пожалуйста. Здравствуйте, ждем вас. Добрый день. Товарища Пташкина, конечно, знаете. Ну, а как же? Потомственный пекарь. У меня, между прочим, тоже семейная династия. Вот как? Да. Отец был кооператором, теперь вот сын в кооперативном техникуме. Это ж прекрасно. Накапливается семейное мастерство, опыт. Вот какой у нас хороший разговор получился. Да. А вы батон принесли? Ну, а как же? А как же? Одну минутку, я сейчас. Одну минутку, Антон Васильевич. Столом воспользоваться можно? Да, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста. Специально весь наш ассортимент захватил. О, ржаной, формовой. Да. Столичный батон. Абдирный. Вот. Батон нарезной за 18 копеек. Французские булочки. Городские. Бывшие французские. Ну, а это вам повезло. К чаю. Батон Невский. Выбирайте. Антон Васильевич, мне нужен один батон. Ну что ж, помогите мне, Ксенофон Савельевич. Ну, жена-то у меня обычно за 22 копейки. Значит, за 22. Хлебозавод номер 2. Оба хлеба. Так. Ночной выпечки. Значит, годится. Продукция обыкновенная, рядовая. Я так и хотел, чтобы не была самой худшей. Уважаемый Ксенофон Савельевич, вы потяжелее меня будете, вы и садитесь на каравай. А я, значит, на батон сяду. Как садиться? Всей своей тяжестью. Так прямо и садиться? Ну, в прежние времена полагалось перекреститься, отче наш прочесть. Ведь все-таки грех. А его замолить надо. Я так полагаю, что вы креститься не будете. Не буду. Значит, вот так. И сели. Садитесь, Ксенофон Савельевич. Время идет. Ну. Как вы чувствуете себя, Ксенофон Савельевич? Ничего, сижу. Сидите, сидите. Вот так минуты 3-4 посидим. Раньше, в давние времена, ведь как было? Вот закупит приезжий купец из Москвы или Питера партию зерна у наших, у сибирских купцов. И зовет моего деда пробу произвести. А дед зачерпает прямо из закрома 3-4 пудовки пшеницы, размелит на мельнице, муку предоставит купцам на обозрение. А те велят. Ну-ка, Серафим! Дед-то моего тоже Серафимом звали. Начинай! Поглядим, что за пшеничку Бог дал. Заведет он квашню в полубочье, выторнится тесто. Раскатает его дед на большом столе. Каравай на лопату и в печь, на горячий пот, вольный дух. Вы что, Ксенофон Савельевич, устали? Не устал. Так вот,
Поспеет каравай, дед его снова на лопату и из печи вон. А тут уж две табуретки поставлены, а на них столешница со стола снятая. И вокруг, значит, купцы, управляющие, приказчики собрались, во все глаза смотрят, ждут. Выплывает каравай. И весь он как месяц полнолуний, круглый. Корочка блестит, а дух от него на весь дом. Вы, Ксенофон Савельевич, сидите свободнее, не напрягайтесь. Да я не напрягаюсь. Сидеть, сидеть. Дальше, значит, мужики крестным знамением себя осеняют, отче наш пошептали, накрыли каравай полотенцем вот так, как мы с вами, и велят самому здоровенному детине сесть на каравай. Ну, вроде меня такому. Да нет, Ксенофон Савельевич. Выбирали потолще вашего. Специально приглашали за полбутылки. Да, да. А дед Серафим знак подает. Вставай. Можно и вам подниматься, Ксенофон Савельевич? Можно. А чего, вставайте. Так что теперь... Он начнет свою силу выказывать. Глядите. Ух ты. Глядите, глядите. А? Да. Серафим Еремеевич, все дело в качестве зерна. И в нем, конечно. А еще, Антон Васильевич, в мастерстве, в таланте. Теперь все на машину уповают. Она и белок определит, клейковину и припек подсчитает. А прежде на себя уповали. Всю жизнь, бывало, до секретов ремесла докапывались. Свои секреты. Можете раскрыть? Могу, Антон Васильевич. Наших пекарей возьметесь обучить? Вот тут вопрос. Гарантии давать не буду. Почему же? Всякое мастерство, Антон Васильевич, связано с другими. В одиночку оно не может существовать. Гибнет. Интересно. Прошу. Прошу, товарищи. Ксенофон Савельевич, прошу. Мне, скажем, нужна для работы печка. Вроде простая вещь. Но вы сами знаете, как в деревнях бывало. Один печник собьет печь, а она никуда. Тяги нет. Дров жжет, не напасешься. Тепла-то не держит, хлеба доброго не испечешь, щи безвкусные получаются. Приходит другой печник, собьет печь. Вроде бы такая же, снаружи не отличишь. А печка гудит, играет. Сразу в доме живое тепло. Чудеса, да и только. Потому что у этого другого печника тоже свой талант. А я знал такого мастера. Да? Да, жил по соседству. Со всех деревень к нему приезжали. Да что, даже из других областей. О, а значит, был мастер золотые руки. Но ему-то, Антон Васильевич, нужен был другой кудесник, который кирпичи делает. Звонкие, без единой трещинки. Вот и выходит, что все мастера как бы связаны одной цепочкой. Вот как, Антон Васильевич. Очень важная мысль. Печи-то теперь на хлебозаводах электронные. Значит, уважаемый Ксенофон Савельевич, должен быть кудесник и по этим электронным печкам. Не будет его, и другие мастера себя не покажут.
Минуточку. Отведайте. Вечный пряник. Попробуйте, Антон Васильевич. Я-то их пробовал. У себя в служебном кабинете в шкафу держу. Частенько приходится демонстрировать. 2 года этим пряником. 3-й пошел. И ведь никто не верит, а никакого подвоха. Очередной секрет товарища Пташкина. А вот секретов не держу, могу поделиться. Вкусно. А душистый-то какой? Вы знаете, даже не верится. Слушай, Антон Васильевич. Вика, будьте добры, пускай принесут нам чайку. Да, если можно, с вареньем. С каким вареньем? С брусничным. А если брусничного нет? Ну, если нет, тогда с любым. Есть свежая информация. Твоя свежая информация всегда интересна. Ну, не томи, выкладывай. Соболев вызвал к себе Терепилина. Когда? 30 минут назад Терепилин уехал обком. Это очень плохо, Валдис. Ну, что поделаешь, надо держаться. Как говорит дядя Ваня у писателя Чехова, отдохнем попозже. Да-да, правильно, мы будем держаться, а он за это время нарисует успехи своей кооперации в глобальном масштабе. Он ему такие цифры раскинет. Это он умеет. Нужно, чтобы Терепилин приехал сюда вместе с Соболевым. Ну, а это невозможно. Почему? Сейчас он беседует с Антоном Васильевичем. Ну? В кабинет первого секретаря обкома не ворвешься. А через 30 минут он сядет в машину и уедет. Через 30 минут? У тебя же уйма времени. Придумай что-нибудь, Валдис. Надо рискнуть. Ну? Ну что же. Как говорится, риск благородства дела. Вот безобразие. Для первого секретаря обкома варенье не могли найти. Антон Васильевич, я сегодня же дам команду, и варенье будет. Да погодите, Ксенофон Савельевич. Не горячитесь, садитесь, садитесь, пожалуйста. Да нет, ну как, для меня одного смысла нет стараться. Для пряников моих тоже нужно варенье. Брусник, княженка. Нету. Антон Васильевич. Разве только у нас? Вон я в Москве бываю. Там на Арбате магазин есть, консервы. Так вот, несколько лет назад, пожалуйста, любое варенье продавалось. А теперь как корова языком слезала. Ну а куда оно подевалось? Перестали ягоды собирать? Нет, что, могу доложить. Наш облпотребсоюз в прошлом году собрал на 18 тонн больше, чем позапрошлым. Да, а варенья-то нет. Коммерция. Вот где собака-то зарыта. Невыгодно варенье производить. С каких это пор? А с тех пор, как стали ягодные вина выпускать. Да-да, наши смородиновые, брусничные, земляничные, черемуховые на расхват. А прибыль дают баснословную. Оттого их и называют плодово-выгодными. Еще называются барматуха, чернила. Верно, верно. И бурдалагой тоже. Жуть какая-то. Ой, как только не называют. А вот на производство вина спускается план. Ведь он год от года увеличивается. Ну, вы, конечно, его перевыполняете. Ну, как же иначе? Ну да, конечно. Иначе без премии останетесь. Ругать станут. Да нет, не только в этом, Антон Васильевич. Но мы же должны повышать рентабельность, увеличивать оборот. Поднимать капиталовложения. Ну, правильно. И потом, наши ягодные, это не самое худшее. Это нектар. Ну, вы посмотрели, что в других областях делается. Ксенофон Савельевич, в моем представлении вы не формалист, не чиновник. Вам по душе такая коммерция? Да, в газетах писали, а перемен-то нет пока. А ваша душа спокойна? Да, конечно же, нет. Ну что же, обкрадываем людей, особенно ребятишек. И течет эта бурдалага рекой, только здоровье уносит. Да. Эти прибыли убытками оборачиваются. Я понимаю, Антон Васильевич, понимаю. А не свернуть ли
такую коммерцию? Ксенофонт Савельич, как вы думаете, а? А вот в Центросоюзе меня поддержите, ведь планы-то оттуда идут. Ну, а вы-то свои предложения дадите? Рассмотрим, поддержим. Хорошо, Антон Васильевич. Подумаю, прикину. Хорошо. Про масло кедровое не забудьте. Недосягаемый дефицит. Кедровое масло? Да, Антон Васильевич, совершенно исчезло. Вот мне рассказывали, что оно понадобилось для какого-то медицинского эксперимента. Так что, из Канады привезли. Вот тяна. Неужели у нас кедровников не осталось? Да, конечно, остались. Ну, поредели сильно. Да что, в прошлом году мы заготовили 300 центнеров орехов. Сколько, сколько? Даже представить стыдно. 300 центнеров, 1800 пудов. Вот, по данным энциклопедии, 1913 год. Из Сибири было вывезено более 2 миллионов пудов орехов. Кроме того, было вывезено кедровое масло, кедровая халва и другие пищевые продукты. А я еще помню детскую питательную муку. Несли называлась. Она и сейчас есть на Западе. Несли — это швейцарский пищевой концерн. По всему миру разбросаны его предприятия. Я бывал. Бывал на некоторых. И видел. Используются кедровые орехи. А у нас кедропром, учрежденный еще Владимиром Ильичем Лениным, закрыли и не вспоминают. Да, я вот 5 лет назад, когда он пришел со своим пряником, пытался что-то пробить, фактами убеждал. Изложил я все Павлу Ивановичу Полосухину. Но он собрал совещание. Ну, там заспорили. Один плановик возьми, да и ляпни. Как бы нам филитон не схлопотать. Вся страна борется за подъем животноводства, за укрепление кормовой базы. А синегорские товарищи в это время колдуют над вечным пряником. Павел Иванович был достаточно умен, чтобы какого-то филитона бояться. Так он и не побоялся. Осадил плановика. Смысл, говорит, изобретения Пташкина не только в прянике, хотя это тоже не мелочь. Он стоит на пороге другого открытия. Нечерствеющего хлеба. Правильно. Хлеба, который можно сохранять годами. Вот тогда Павел Иванович меня и окрылил. Повезем, дескать, твои пряники в Москву. Такой товар из-за границы покупать будут. Ну и что же дальше? Что же, как говорил Павел Иванович, конкретно затормозило? Павел Иванович дал указание нашему райкому. Ходил я туда много раз. Наконец не выдержал первый секретарь. Говорит, прекратите людей от дела отрывать. Прекрасно знаете, что наш район кедровые орехи не заготавливает. А если бы заготавливал, перерабатывать-то нечем. Забыли уже эти механизмы. Нет, нет, нет. Давайте разберемся до конца. Как я понял, Полосухин вас поддерживал, так? Так. А вы еще раз к нему обращались? Я много раз ему писал. Ну, ну и что же? Ну что, безрезультатно. Ни ответа, ни привета. Я 10 лет собираю статьи насчет кедровых лесов. Да поглядите сами. Вот сколько. До меня написано. Какие имена, авторитеты. Да какими пронзительными словами пишут. Читаешь, слезы наворачиваются. Вот отдельно собираю резонансы по следам выступлений. Статьи о кедре. Почитайте. Мнения ученых и специалистов. Статьи из журналов. А вот, что 10 лет назад писали, то и сейчас пишут. Поосторожней, Ксенофон Савельевич, она ветхая. Послушайте. Статья рассмотрена, отмечены недостатки, даны указания устранить.
облсполком обратился в Центросоюз с ходатайством разработать механизмы для снятия и переработки кедровых шишек. Вот так. Как говорится, подписано и с плеч долой. Ну, что я мог сделать? Вы же видите. Да. Я не буду вас окрылять, товарищ Пташкин. Но через 2 недели вы получите официальный ответ. А вы задержитесь, Ксенофонт Савельевич. Нет, через месяц. Вот это в 3 экземплярах. Письмо я сама напечатаю. И вот здесь. Для него поля побольше. Через 2 переката. Хорошо. На сегодня все, Танюш. И все-таки, Антон Васильевич, мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось превратное впечатление о работе всей потребкооперации. Ну, почему же обязательно превратное? Ксенофонт Савельевич, мне хотелось, чтобы мы меньше прятались за широкую спину Москвы. Есть проблемы, которые мы обязаны решать сами. Неужели Москва больше про нашу тайгу знает? Нет, конечно. Иначе будем привозить кедровые маслицы из Канады, а витаминную травку из-за Кавказья. Прошу. Извините, Антон Васильевич, тут принесли билеты на выставку. Какую? Авиационного завода. А, спасибо, но я и так обещал быть сегодня. Это вам. Мне? Да, именное персональное приглашение. Нет, здесь какой-то подвох. Я этого Самоварова знаю, ему палец в рот не клади. Так вы что, не поедете? Так небось рассчитал, что в вашем присутствии не откажусь. Тогда до встречи на выставке. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Рад вас здравствуйте. Приветствовать. Здравствуйте, Петр Петрович. Польщен. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Валдис Карлович. Очень приятно. Прошу вас. Рад видеть. Здравствуйте. Добрый приветствую день. Вас. Добрый день. Мы вас ждали, прошу вас. Благодарю. Здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. 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 Зачем это я вам понадобился? Согласитесь, Ксенофонт Савельевич, все крупные события немыслимы без вас. Да. Прошу вас. Вот, Антон Васильевич, что мы делаем для нашего города. Посуда, кухонные наборы, вот кастрюля, например. Есть сковородка, на которой пища не подгорает. Обратите внимание, чемоданы какие делаем. Дипломат на уровне мировых стандартов. Оцените продукцию. Ну, это вещь посолиднее. Прошу. Бар-холодильник. Это аппарат для дистилляции воды. А там дела совсем серьезные. Водогрейный котел всегда хорош для сельского дома. Прошу. Опять ваши штучки? Что вы имеете в виду, Ксенофонт Савельевич? Носом чую. Носом вы можете чувствовать только нежный запах цветов, который ласкает глаз и обоняние. Дорогие товарищи, этот раздел выставки совсем особенный. Он вроде бы не имеет прямого отношения к производительной деятельности нашего предприятия. Все, что вы видите здесь, выращено на садовых участках нашими рабочими и служащими. Наши рабочие и служащие могли бы продавать срезанные цветы. Их много. Их очень много, уверяю вас. Но не каждый рабочий и не каждый служащий, так сказать, понесет букеты на рынок. Любезнейший Ксенофонт Савельевич, где вы? Мы здесь. Прошу вас. Да, да. Ксенофонт Савельевич, вам не нужно воздвигать теплицы, затрачивать средства. Рано утром пришлите одну машину, заберите вот эти букеты, продавайте их на улицах, площадях, перекрестках, на переходах. Всем будет удобно, выгодно, приятно. Согласны? Я уже запланировал, Петр Петрович. Надеюсь, не на зимний период. На ближайшие дни. Прекрасно. Прошу вас. Ну, а это уже другая продукция наших заводских любителей природы. Дары садов, дары, так сказать, огородов. Ну, а это
то самое, что было сегодня на прилавках городских магазинов. Капуста маринованная. Привезена из Прибалтики. Маринованную капусту пришлось везти из Прибалтики. Правда, были еще огурцы. Да. Тоже привезенные, но нам не хватило. Не смогли купить. Любезнейший Ксенофон Савельевич, вам не нужно затрачивать средства, не нужно разводить сады и огороды. Возьмите наши излишки. Заключите договор с нашими огородниками, с нашими садоводами. Они готовы потрудиться. В магазинах будет повеселее, вы согласны? Я это уже запланировал. Петр Петрович. Да. Можно вас? Ксенофон Савельевич. Я же знаю, в чем дело. Он Листвянку будет просить. Кто это все придумал? Вы? Упаси бог, это мой заместитель, это он, мастер на сюрпризы. Молодец. Ваш заместитель. Производство солидное, дураков не держим. Ловко, ловко тебя Самоваров раздел. Я Михаил Иванович, свое самолюбие с общественным не путаю. Меня дело беспокоит. Да. Ну кому это выгодно, если Самоваров все это себе оттяпает? Ну, в Листвянке тайга нехоженая, не разграбленная. Ты на черный день приберегаешь, резервы скрываешь. Да. Ты вот все о посевной беспокоишься, площади расширяешь, урожайность повышаешь. Ну, конечно. А тайга богатеть не может, она может только беднеть. Помнишь, Феликс Эдуардович, ты первый был против? Не я лично, был исполком. А какие резоны у исполкома? Степан Степанович, в Листвянском районе уникальный микроклимат. Кроме того, минеральные источники. Ну, все же условия для создания курорта. А Самоваров-то? Все это себе оттяпает. Да, конечно, потому что у нас нет средств строить курорты. Обыкновенных больниц не везде хватает. Совершенно справедливо. Но это не значит, что Листвянский район нужно отдавать чужие руки. Прибережем для себя, для лучших времен. Но Самоваров не чужой. Ну и не свой. А где же ваши садоводы тяпки приобретают? Как где? Покупают в магазинах. Да? Ай, Валдис Карлыч. Вот я предлагаю всем вместе дать Самоварову бой. Проморгал заместитель, язви его в корень. Не додумал. Ах, заместитель. Слушаю вас, Петр Петрович. Валдис Карлович, ты куда смотришь, о чем ты думаешь? Где наши садоводы-огородники достают тяпки, лопаты? Кто их обеспечивает инвентарем? Потребка операции? Вряд ли. Местная промышленность? Боюсь, что нет. Тогда откуда они все это берут? Думаю, самодеятельность, Петр Петрович. А иначе можно? Я полагаю, если в этом есть необходимость, это в наших силах. Почему нам не сделать тяпки, другой хороший инвентарь? И не только для себя. Ты слышал, Валдис Карлович? Слышал, Петр Петрович. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Антон Васильевич. Да? Вы видели, что мы делаем для города. Но у нас самих есть местная проблема, которую мы сами разрешить не можем. Нашли мы в Листвянском районе подходящее местечко для заводской базы отдыха. Озера там прекрасные, рыбалка, охота, словом, все условия для поправки здоровья. Так нет, облсполком не дает строиться. Посодействуйте, Антон Васильевич. Я мужик оборотистый, я свое сделаю, помогу городскому транспорту. Выпуск инвентаря наладим. Поломайте препоны. А я мужик осторожный, Петр Петрович. Сгоряча ломать воздерживаюсь. На днях я буду в этом районе. И я к вам прилечу. Давайте. Вот на месте будем решать, ломать или строить. Ксенофон Савельевич, Ксенофон Савельевич, не стоит обижаться. Ай. Михаил Иванович, так что, здесь и поедем.
Нет, ну такое количество чемоданов я машину взять не могу. Чайка, ну Чайка же не автобус. Присылай Рафик или грузовую. Ну, потерпи, детонька, потерпи. Ой, кажется, появилась хозяйка. Ну все, пока. Адели, вы дали телеграмму? Разумеется. Но нас никто не встречает. Мне кажется, это молодая женщина. Здравствуйте, госпожа Чан. Здравствуйте. Я ваш гид и переводчик от интуриста Светлана Михайловна Остожева. Очень мило. Это наш врач Роза Гаруса. Очень приятно. Взаимно. Это мой секретарь Адели Проэти. Очень приятно. А это Габриэла. Здравствуй, Габриэла. Какая у тебя красивая кукла. Да. Я вас буду сопровождать по всему вашему туру. Прошу вас. А наши вещи? Я уже распорядилась их доставить в отель. А, спасибо прошу. Большое. Очень мило. Пойдем, детка. Осторожно, не урони куклу. Прошу. Программа вашего пребывания в Советском Союзе такова. Сначала вы около месяца проживете в Ленинграде. Затем вам предстоит турне по Прибалтике. Вы посетите города Ригу, Вильнюс, Сталин. Мы можем остановиться в небольшом городе по невежести, который славится своим театром. Обязательно, обязательно. Извините, пожалуйста. Затем мы вернемся в Ленинград, и через Москву мы поедем в Среднюю Азию, в древнейшие города Средней Азии. Мы посетим Ташкент, Самарканд, Бухару. Хорошо, Светлана. Только у меня к вам просьба. Разрешите, пожалуйста, Соболева. Антона Васильевича. Он работает... Как это у вас называется? Министерство, которое торгует... Соболев Антон Васильевич, Министерство внешней торговли. Нет, не пропадет! Потому что очень трудный.
Соболев успел привыкнуть к бездомной кочевой жизни. Самолет или поезд, номер в гостинице, а завтра опять самолет или поезд и другая гостиница. Он тосковал по дому, и порой тоска была просто невыносимой. Но почему же он ощущает эту тоску и здесь? Почему? Когда-то давно, еще мальчишкой, он пообещал отцу, что останется в деревне, никуда из родного дома не уедет. Может быть, так и надо было поступить, и он жил бы спокойно и счастлив. Так и бери. Небо коптить. С лебеды на мекину перебиваться. Очень недальновидно. А на стройке перспектива. Специальный заимеешь. Раз. Зарплата и прогрессивка. Два. Ну, квартира в недалеком будущем. Три. Добавь к этому кино под боком. Культ похода в театр, магазины в универмаге, тем более детишки у тебя подрастают, сынок. Тебя как звать-то, Мичуринец? Антон. Антон. А скажи-ка, Антон, видел ты кинокартину «Антон Иванович сердится», а? Не видел? Ну, а про театр слышал? В театре бывал? А? Еще побыват. Побыват. Побыват, когда женится. Ну, чего ему тут светит? Ой, хвосты коровам крутить. Не дурачок же он у вас. Пыльным мешком не ударенный, верно? Вполне может в люди выйти. Ой. Ну, ближе к делу. Сейчас подпишем договорчик. И, как говорят финансисты, получим подъемный, не отходя от кассы, в наших любимых советских рублях. И прощай, это навозная деревня. А ты ее не трожь. Не поливай. Понятно? А какая же она? Постерегись. Такими словами. А то знаешь... Ой, напугал. Может, ты желаешь меня врагом колхоза изобразить? Настучишь в рай отдел госбезопасности? Ну, давай, беги. Там тебе объяснят, какой нынешний курс политики. Дремучий ты валенок. А ты моего мужа не оскорбляй, товарищ вербовщик. О. Сколько твоих соседей уехало? Пол деревни уехало. Да я сам, если хочешь знать, из колхоза. Только вовремя откололся. Каждому воробью своя застреха. А мы тут останемся. Правда, сынок? Угу. Я слушаю вас. Это я, Антон. Алло. Очень плохо слышно. Я по тебе скучаю очень. Да, понимаю. Я тоже очень скучаю. А? Я не знаю, когда. Ты понимаешь, мне тут нужно задержаться, обстоятельства одно. Задержаться, говорю, нужно. Денька на два, может, на три. Нет, я уволилась, но, понимаешь, я хочу Сорокину помочь.
Планы у меня поменялись. Завтра уезжаю. На неделю вместе с Бархатовым. Да. Да-да, с Витькой Бархатовым. Ну, помнишь, из медицинского. Помню, помню. А он кто теперь? О, ну ладно, передавай начальству привет. Ну, счастливо, все. До встречи. Привет всем нашим. Целую. Опять кричат, зовут опять. Из поднебесья журавли. Озера светлые искать. Озера светлые, глаза земли. Солнце пополам. Чтоб жизнь прожить, как песню спеть. Светло и чисто мы смогли. Не забывайте поглядеть в озера светлые, в глаза земли. Глаза земли. Ну, ты меня удивил. Я думал, ты навсегда останешься на внешнеполитическом фронте, а тут первый шагнул, а я пребываю в жалком звании. Начальником облздрав. Перестань плакать. Расскажи лучше, как дела обстоят. С чем, Антош? Ну, как с чем? Со здравоохранением. Ну, в таком случае я перехожу на вы, Антон Васильевич. Вот как? Да-да-да. Нет, Антон Васильевич, на ты можно обращаться кому угодно, кроме первого секретаря обкома и лечащего врача. И это справедливо. Убедил. Виктор Сергеевич, давайте к делу. Ну, по числу медицинских учреждений мы не самые последние, но и не первые. Ясно. Середка. Она самая. И это хуже всего. В этом-то вся и беда. Хуже, чем быть последним? Да. Очень странно. Если вы первый, Антон Васильевич, к вам и особый подход. Вам никогда средства фонда не урежут. Это потянет вниз. Министерство, Госплан, Госнаб. Они следят за этим. Они головой отвечают за устойчивость уровня. Понимаю.
нас, кажется, простите, вас, кажется, встречает. А оказаться последним тоже выгодно. В Москве скажут, так этим надо помочь. Надо подбросить ресурсы, чтобы вытащить их на приличный уровень. Прошу вас, прошу. Да, любим мы сравнивать уровни. Да, этим занимаются и печать, радио, телевидение, государственные деятели, и профсоюзы, и комсомол, экономисты, статисты, народные контролеры. Ну, а мы сами? Да, и мы иногда заражаемся. Так вот, хуже нет, когда попадаешь в середину, Антон Васильевич. Тут заколотит тебя на долгие годы, и никто не поможет. Попросишь, урезонят, так у вас нормальный уровень. В других местах еще хуже. Вот в таком положении Синегорская область, Антон Васильевич. У меня не завершена областная больница. 4 районных, 7 поликлиник и профилакториев, 12 незавершенных объектов. Почему? А потому что строители перебрасывают то на промышленные объекты, то сельскохозяйственные комплексы, то школы. У них горит, а у нас не горит. У нас нормальный уровень. Кто это? Ну, председатель исполкома. Уникальная дама. Антон Васильевич, приветствуем вас в водах Серебрянского района! Глуши! Позвольте представить, мой заместитель, товарищ Харитонов. Соболев. Очень приятно. Не смотрите, что молоденький. Да вы и сами, Антон Васильевич. Сколько я помню, у нас не было такого молодого первого секретаря обкома. Был Мария Семеновна. Когда же? Я что-то не слыхала. Мой однофамилец, тоже Соболев. А... Работал секретарем губкома. Ах, так. Да. Угу. Потом погиб. В гражданскую, в Средней Азии. Да, в гражданскую. В гражданскую Гайдар. В 16 лет дивизией командовал. А Сергей Лазов фронтом в 24 года. Теперь это студенческий возраст. Мария Семеновна, Гайдар-то полком командовал. Виктор Сергеевич, и ты здесь. Здравствуй, здравствуй. Он вам еще не нажаловался на меня, ну, нет? Ну, что вы. Сударушкин где? Найди вон, мне Сударушкина. Ты чего расселся? Ну-ка, встань. Шаг вперед. Сейчас будем репетировать песню. Песню запевай. Неохота. Давай. Что значит неохота? Запевай. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. А теперь все хором. Он на листе. Молодцы. И подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Вот колхоз «Лесная долина». Вот мы подплываем. Красивые места. Что вы, Антон Васильевич. Вот сейчас, через 2 километра, будут места неотразимо лучше. Мы туда решили перевести новый центр колхоза. Новый центр? Да. А мы как рассудили, Антон Васильевич, что, вы знаете, не зазорно поучиться, извините, и у папа. Да. А ты что, простыл, Виктор Сергеевич? А? А ведь ты знаешь, где строилась русская православная церковь? На бугре. А почему? Чтобы обозревалась и, так сказать, господствовала. Да-да. Уже подходит. Сейчас, я быстренько. Ребята, ребята, едут, быстро стройте все своих пионеров. Что это? Это? Это наши дети. Они приехали с пионерского лагеря специально приветствовать вас. Гостеприимство, извините, обязывает. Дружина смирна! Товарищ старший пионер-вожатый,
дружина имени пионера-героя Павлика Морозова на торжественную линейку, посвященную встрече первого секретаря обкома партии, построена. Рапорт сдавала председатель совета дружины Маргарита Бычкова. Рапорт сдан. Рапорт принят. Товарищ первый секретарь обкома, пионерская дружина имени героя-пионера Павлика Морозова по случаю вашего приезда на торжественную линейку построена. Рапорт сдавала Арина Чирина. Рапорт принят. Спасибо. Спасибо, ребята. Ура! Да, ну, скоро, скоро. Спасибо. 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 Спасибо вам, ребята. Спасибо. Прекрасно. Спасибо, ребята. А это ваш автобус? Да! Бегите в автобус и в лагерь. Ура! Отдыхайте, загорайте, купайтесь! А песню? Какую песню? А мы для вас приготовили песню. Для меня? А может, мы песню в другой раз споем, а? А сейчас беги, беги совсем. Ладно. Души, Антон Васильевич? Стыдно. От всей души ведь? Так я сам по себе. Да, конечно. Все убрать. Все. В площади, везде. Быстро, быстро отменить. Ну, председатель колхоза, рассказывай, показывай. А чего показывают? И так видать. Ну, ты объясняй. Вот, Антон Васильевич, обратите внимание, деревянные тротуары. Этот вопрос мы очень сегодня сильно заостряем. Хватит нам жить в непролазной грязи. Так или не так, председатель? Ну, вообще-то, конечно, так. Ну, что? Наверное. Что, наверное? Ответь толком. Антон Васильевич, центр нашего нового села. Вот. А вот там старый центр. Я догадался. Посмотрите, какой пейзаж, а? Обзор на десятки километров. Да, красиво. Прям глаза разбегаются. Я же говорю, есть чему поучиться у попов. Скажите, а здания красивые будут? Типовые. Да. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Василий. Как уха? Готовится. Заходите. Спасибо, зайдем. Вот этот лесок мы убираем, убираем. Все это мы распланируем туда, вглубь. Вся эта площадка будет занята нашими зданиями. Вот здесь будет стоять дом быта. Здесь контора правления. Стоит их на всеобщее обозрение. Что? Я говорю, стоит их на всеобщее обозрение выставлять. Не поняла. Ну, ведь хорошая церковь украшала то место, на котором находилась. А это будут здания. Как везде, ну, как ясно, везде. Ясно, здание, ясно. Как здание. Скажите, а людям здесь удобно будет жить? Зимой детям в школу добираться, дояркам на ферму. Мария Семеновна, а? Трамвай пустим или метро.
Шуточки у тебя, председатель, несуразные. Неуместные, я бы сказала, шуточки. Подождите. Мария Семеновна, не сердитесь. Мне же интересно знать мнение колхозников. Правление наше большинством голосов против. А вы против? Вы лично? И я. Ну, где так бывает? Голова отдельно, тулово отдельно. А райисполком обсуждал идею застройки? Сметная документация рассматривалась. Ну, а относительно выбора места проводилась дискуссия. Чем завершилась? Я думаю, она еще проводится. Мы против. Райисполком заставляет. Подавай им новый центр, и все тут. Давай, давай, председатель. Хорошо ты у меня разошелся. Давай, давай. Я бы не решился начать стройку, пока нет сложившегося мнения. Мы учтем ваше предложение, Антон Васильевич. Учтем обязательно. И хорошо бы нам помнить, что мы должны строить надолго. Для внуков, правнуков. Ну, что они о нас скажут? Доброе слово скажут?